Первый гриб. Белый. Еловый белый гриб. Чистый. В корзинку. Всем привет! О, новые зрители! Рад вас видеть! Подписывайтесь, ставьте нравится. Это лучшая поддержка и мотивация для меня. Здравствуй, еловый лес! Сегодня 16 августа выбрался в знакомый еловый грибной лес Карелии Приненежского района пособирать маленькие подосиновики и белые грибы. Выпуск будет интересный. Поехали! Подосиновик. Вот какой. Вот совсем рядом. Еще один. Вот. Малыш. Тора возьмем. Рядышком. Такой красавчик. На мариновочку. Чистые грибочки. Берем. Обильные дожди. Были очень влажно в лесу. Грибочки у нас уже поперли. Лисичка. Рядом такой вот белоножковый подосиновик. Вот еще смотрим внимательно. И вот мох, влажное место. Вот они растут. Аккуратненько. Вот еще один. Аккуратненько. Вот он. Маленькие, чистенькие. Берем. Лисички тоже будем брать. Вот совсем рядом. Еще один растет. Средненький размер. Малыш такой. Подосиновик. А вот совсем рядом. Хо-хо! Привет. Вот это гигант просто. А. Гигантище. Чистая ножка. Такой громадный гриб. Чистая ножка. Отрезал. И шляпка. Разрежем. Посмотрим. Очень интересно. Да, такой гриб. Можно на сушку брать, сушить. Рядышком два гриба. Крупный на сушку пойдет. Чистый гриб. Можно брать, чистая ножка, чистая шляпка. В корзинку. Такой местами валежник. Влаги в лесу достаточно. И вот такая находка. Смотрите, очередной белый гриб. Вот какой. Все в одном месте. Много ходить не надо. Такая красота. Берем. Лисички. Небольшая полянка. Белый. Ух. Вот он какой. Плотная шляпка. Ножка чистая. Берем. В корзинку. Ух ты. Привет. Средний гриб. Вырастают до таких размеров. Надо свое время собирать. Но если чистый, будем брать.
Так, а тут-то у нас очередной подосиновик. То, что нужно, размерчик. А их тут два. Такая семейка. Красивые грибы. Еще один рядом. Грибники. Встретил грибников сейчас. Тура шли. Собирают грибы. Вчера, говорят, набрали по ведру каждый. Но сегодня собирают такие маленькие. Пасмурная погода. Отсутствует дождь. Благоприятные погодные условия для сбора грибов. Червивость подосиновиков составляет 30%. Чистый берем. Крупный гриб, тура, чистый, мох, влага. Вот он. Нисколько не сомневался. Отрежем шляпку, посмотрим. Вот он. Чистая ножка, чистая шляпка. На сушку берем. О, еще гриб. Да, и не один. Ух ты! Какая красота! Посмотрите. Раз, два, три, четыре. И красные грибы, и белые грибы в одном месте. Посмотрите на эту красоту. Малыши. Это белый гриб. Вот вылезает. Еще один малыш. Вот здесь вот беленький. У елочки пристроился. И вот здесь вот красный. Это мордор на заставочку оставить. Картинка. Сказочная Карелия, друзья. Посмотрите. Какая красота. По порядку. Вот этого я первым приметил. Красный подосиновик. Ножка у него, обратите внимание, какого цвета. Чистый гриб. Вот он. Этого малыша оставим, брать не будем. А этого возьмем. А вот он. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересных выпусков. И это еще не все. Посмотрите. Еще рядом обнаружил красный подосиновик очередной. Черничник. И вот он растет. Красавчик какой. Чистые грибочки. Красные подосиновики и беленькие. Сказочная Карелия. Идем дальше. Обратите внимание, вот рогатики растут. Тура красивые грибы. И тура съедобные. Но сегодня их не берем. Красный мухомор. Красавец. Должны белые грибы расти. Вот я пришел на это место, где успешно собирал в этом году уже белые грибы. Вот я вижу грибочек. Да, не ошибся. Это белый. А вот он какой. Среднего размера. Длинная ножка. Чистый гриб. Берем. Лисички. Маленькие. Тору возьмем. Еще рогатики. Какая красота. О, черный подберезовик. Ух, куда уходит ножка? Сломалась. Берем. Ух ты, посмотрите. Заглянем снизу. Это мухомор. Красавчик какой, а? А вот рядышком еще один малыш. На сегодня их мы не собираем. Мох. Подберезовик. Какой. Чистенький.
маховиков достаточно. Маленьких будем брать. Выглядывает солнышко. И вот какая красота. Посмотрите. Подосиновик. Гриб можно выкручивать, срезать. Грибница не страдает. Вот такой желто-бурый. Вот какая красота. Чистенькие. Лисичка. Ух. Сестричка. Вот. И тебя достанем. Красота. Ничего себе. Вот это поход сегодня у меня в лес. Как вы думаете, что это такое? Посмотрите. Здесь просто все вырыто до корней. Надо идти подальше. Солнышко выглянуло. И вот такая красота. Брусника поспевает. Дозревает уже брусничка. Обратите внимание, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь я вижу. Это все маховики. Только маленькие буду брать. Эти оставляем. Вот совсем малюсенькие. Такие можно брать на мариновочку. Вот он, кнопочка. Посмотрите. Подосиновичек. Рядышком. О, такую малышню буду брать. Чистенькие. Белоножковый подосиновик и маленькие маховички. Да, это сказочный лес просто. Еще маленькая парочка. Вот. Такая красота. И вот этих берем малышей. Чистюли. Раз, два, три. А вот там четвертый. Отличная находка. Привет. Вот он какой. Красный подосиновик. Красавчика. Вот. Рядышком. Обратите внимание. Черничник здесь. Ух. Тура сломалась у него. Ножка. Берем. Этого приметил Тура издалека. Это сегодня шикарная тихая охота. Я уже очень доволен. А вот четвертый. Посмотрите. Это белый гриб у нас. Да. Здесь грибнички не ходили в выходные дни. Чистюля. Пока здесь положим рядом с корзинкой и посмотрим вокруг рядом. Вот рядышком еще один подосиновик. Отличная очередная находочка. И вот еще этот за ночь вырос малыш. Такой третий рядышком. Вот он. Посмотрите, белоножковый подосиновик. Какая красота. Вот у меня корзинка стоит в 2 метрах от меня. Вот три нашел. И обратите внимание, еще один. Сказочные грибы сегодня. Сказочной Карелии. Очень много зрителей смотрит без подписки. Подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Берем. Ух! Вот такая полянка. Чудная, прекрасная. И
столько грибочков. Отличная тихая охота. Почистил. Отличная поляна. Чистые грибочки. Совсем неподалеку маховичок маленький. Я не мог пройти мимо его. Чистый. Под елочкой. Рядом с маховиком. Желто-бурый. Вот он какой грибочек. Вот еще опята. Выше среднего размера. Полянка с маховиками. Маленький возьмем. И второй маленький. А эти оставляем. Так. Еще один подосиновичек. Вот он какой. Красота. Вот это очередная находка. Небольшая полянка. Шикарные грибочки. Обратите внимание, опята. Но мы идем дальше. И вот он. Красавец. Подосиновик. А вот и белый гриб. Ух. Вот он какой. Вот. Красота. Рядышком маховички маленькие. Тоже возьмем. Чистые грибы. Отрезал ножку у белого. Чистая шляпка. Подосиновик. Ягоды черники еще очень много. Брусника. Поспевает. Вот. Белоножковый. Тоже берем. Генерал. Считайте. Раз. Два. Ух! Вот это нога у него. Белый. Три. В этом лесу много грибов. Четвертый белый. Это просто грибное безумие какое-то сегодня творится. Еще рядышком. Аккуратно. Малыша возьмем. Ух! Вот. Два часа в лесу. Шикарная просто грибная охота. Полил дождь. Ух ты. Посмотрите. Это красота. Это будет достойное завершение сегодняшней тихой охоты. Красавчика. Ну вот с этой полянки белые грибы, подосиновики, подберезовики небольшие, один маховичок. Отличная тихая охота. Чистенькие, беленькие, красные. Очень много грибов в лесу. Спасибо, лес, за дары тебе. Вот такой сбор. 16 августа, Прионежский район, Карелия. Задавайте вопросы, буду на них отвечать. Ну а вам желаю, чтобы ваши корзины всегда были полными. Спасибо, что подписались. Всем пока.